Актриса Агата Муцейнице и актер Павел Прилучный, известный по сериалам «Клуб» и «Закрытая школа», скоро вновь станут родителями. Причем проговорилась об этом сама будущая мама. Недавно 26-летняя Агата поздравляла Павла с 28-м днем рождения. В своем микроблоге актриса написала: «Я надеюсь, что буду делать тебя счастливым еще миллион лет, и пусть наши дети только радуют». Но дело в том, что сейчас пара воспитывает всего одного ребенка, поэтому слово «дети» насторожило поклонников, которые начали активно обсуждать эту тему. Оказалось, в семье Агаты и Павла действительно ожидается пополнение. Сейчас актриса находится на третьем месяце беременности. И несмотря на маленький срок, парочку уже видели в магазине для новорожденных.